Школьная столовая 101-го губернаторского лицея теперь может смело похвастаться самой вкусной едой. Пищеблок вошел в десятку лучших в стране. Всероссийский конкурс «Лучшая столовая» проходил в 3 этапа. В финале соревнования встретились повара из 63 регионов России. Оценивалось все – от красоты подачи до вкуса самих блюд. Естественно, нужны были блюда, касаемые общественного питания школьного, посредственного питания, который входил в цикличном меню. Эти блюда, естественно, мы готовили, возили в Москву, показывали все. Все, что касается цикличного меню, это блюда мясные, рыбные, мучные, салаты, напитки. Все, что заявлено, было все приготовлено. В лицее обучаются 1600 человек. Почти все школьники питаются в столовой. В меню мясо, курица, рыба, крупы, бобовые. Обязательно свежие фрукты и овощи. За качеством продуктов в столовой следят не только учителя, но и родители. В ежедневном формате классы расписаны по графику, приходят родители и снимают брокераж завтрака, обеда. И, соответственно, классы, которые у нас в программе «Школа полного дня», университетские классы, это полдник. Сегодня в России почти 7 миллионов учеников начальных классов полностью обеспечены горячими завтраками за счет государства. Льготники получают и обеды. Цена обеда для обычных ребят в районе 200 рублей. На эту сумму они получают суп, второй напиток, хлеб и салат. Максим Писарев, Даниил Сурков, Управда ТВ.